задание. Маша, Маша, а ручками кто жилет держит? Хватать можно? Прижалась к Васе как к родному и бей его. Первое задание. Работа ближней дистанции. Шлепать по жилету. Битура можно вставлять, мира пробовать. Пробуй, пробуй. Задание, судя по всему, девочки бьют мальчиков. Да, девочки? Да, мальчики. Не, подожди, подожди, я уже мужчина, меня бить не надо. Да, мужчины. Мальчиков бейте. Это тренировка у вас интересная, ленивая. В следующем задании спортсмен в электронном жилете должен перемещаться, мешать немножко. Все время лезть в клинч. Второй номер. Спортсмен без электронного жилета забирает баллы. Под разными углами выполняет удары. О, что-то хорошее произошло. Вася, это потом вернется. Все будет хорошо. Аня, в клинч заходи. Ближе клинч, клинч. И борьба. Аня, на одном спортсмене электронный шлем. На другом жилет. Человек, который в жилете, пробует накинуть на голову. Человек, который в шлеме, старается в это время контратаковать в корпус. В жилете накидывает на голову. Второй работает в корпус. Плохо накидывает. Человек в жилете накидывает на голову. Второй номер контратакует. Аня, а что ты не стараешься попасть в голову? Потому что это нереально. Да как нереально? Ну, ты же обычно попадаешь. Нет. Давай, давай. Я же не в жилете. Аким, а задание на какое было? Сначала идет прикосновение жилет в жилет, правильно? Кнопка, жилет в жилет, объяснял. Коснуться, жилет, стоп, это жилет в жилет. Вот скажи, пожалуйста, жилет в жилет. И только после этого ты начинаешь. Ты можешь выходить с дистанции, все. Но мы договорились, в упражнении делаем вход. Коснулись жилетом жилета. После этого начинаем упражнение. Был договор? Делай, пожалуйста. Это не коснуться жилета. Жилет об жилет. И потом ты можешь выходить, толкаться, поворачивать. Ну, сегодня договорились, сегодня делаем задание. Должен перекрыться от ударов в корпус и накинуть на голову.
переходил совершенно другое. Переходил в борьбу. Очень часто и много. Два брата гимнаста. Посмотрим на супергибкого человека. Ладно, голову. О, выбил. Просто сейчас стоит на системе по одному баллу, чтобы удобнее было. А вот этот ирландский удар сам по себе можешь делать? Да, сейчас. Чтобы вы понимали, этот человек выступает в категории 87 килограмм. Красавела. Гибкость. Человек-змея. Аплодисменты. Артем Гарбор. Из крайних результатов у него бронзовая медаль чемпионата Европы по молодежи, который проходил в Эстонии недавно. Красавчик.